Раздавать кресла в Кабмине и в исполнительной власти в целом иностранцам или так называемым парашютистам – это ошибка, так считают в оппозиционном блоке и отмечают, что засилие легионеров в госструктурах – результат неразумной кадровой политики, поскольку, по мнению оппозиционеров, в Украине хватает и своих специалистов. Практически вот нет ни одного позитивного примера, когда бы иностранцы сделали что-то доброе для страны, и страна почувствовала в том направлении, в котором они возглавляли, какое-то движение вперед. То же самое и с руководителем железных дорог. Назначать руководителей иностранцев в сложное время, не привязанных к стране и, в общем-то, рассматривающих страну как временное место пребывания, это ошибка, и мы категорически против этого.